сети бурно обсуждают появление новой соцсети Амино. Исчезновение двух девочек, которые хотели якобы покончить жизнь самоубийством, связывают с тем, что подростки стали заложниками этого приложения. Речь идет об инциденте, который произошел 25 января. Две девочки 10 и 11 лет пропали в Суворовском районе. Однако к вечеру волонтерам и полиции удалось их найти, к счастью, целыми и невредимыми. На опросах-допросах было воспроизведено имя, что мы вот игрались, мы вот делали какие-то там общения в группе этой. Они ушли, они даже не поняли, что они сделали. Будем говорить, давайте так, они прекрасно умеют общаться в телефонах, да, они знают, что они делают, но тут они не поняли, что они делают больно своим родителям. Вот давайте так разберем. Это не 11 лет ребенку Советского Союза времен 60-х, 70-х, 80-х годов. 11 лет эквивалент ребенка, который держит в руках мобильную связь, это эквивалент Советского Союза от 20 лет. Зарегистрироваться в этой соцсети могут абсолютно все желающие. Дети, а зачастую именно этот контингент устанавливает такого рода приложения, могут сами выбирать интересующие их темы. Спорт, животные, фильмы, еда, здоровье и многие другие. Как оказалось, в этом мобильном приложении присутствуют темы суицидального характера, которые вызывают интерес у подростков. Движет детьми любопытство, движет детьми их желание самоутвердиться, сказать миру, заявить о себе, сказать миру о том, что я не такой. Возможно, он думает о том, что он не покончит жизнь самоубийством. Возможно, он просто хочет показать своим ровесникам, своим одноклассникам, насколько он бесстрашный, что он обладает силами пойти против этой системы. Ребенок не хочет себя убить, он хочет просто посмотреть, что это, ему любопытно. Если вы обнаружили в телефоне ребенка подобное приложение, не стоит паниковать. Психологи советуют родителям выстроить доверительные отношения с подростком и спокойно разобраться в ситуации. Ваша задача как родителя – его не ругать. Будьте с ним, начните играть с ним вместе. Расскажите, что вы тоже такой же, как и он. Вам тоже так же интересно. Не становитесь на другую сторону, не осуждайте его, не ругайте его, не забирайте гаджет. Говорите, что да, вы тоже проходили трудности подросткового возраста. У вас точно так же, как у него, были проблемы. Правоохранители также советуют родителям контролировать, какие фотографии и видеозаписи хранятся на устройствах детей, а также установить функцию «Родительский контроль» на все гаджеты. Нарина Щеглова, Наталья Довбуш, телеканал «Репортер».